Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня 17 марта 2019 года. Музей имени Костеева, город Алматы, Республика Казахстан. Вот Натски. Передвижная выставка из Японии. Подсвечники, чайник, подставки, кувшины небольшие. Как необычно. Да. Дух времени чувствуется. Искусство. О, катана. Жалко, что не пришла Маншук. Ей бы понравилось. Маншук, мы передаем тебе привет. Сейчас я даже передам. Маншук, жалко, что ты не пришла. Здесь вот есть катана. Старинная, вот. Да. Интересная. Вот, пожалуйста. Потрясающе. Бытовые сценки из манго. А, да, сейчас про катану, да? Ваки за ей. Меч самурая военного образца. Сталь, металл, дерево, литье, ковка, позолота. 1940 год, да? Вот, 1940 год, меч. Хорошо, привет, Маншук, передали. Я показываю, уважаемые зрители, чтобы вы вот могли остановить кадр, почитать. Вторая половина 20 века. Веер. Это там белая, голубая, голубая роспись, это уже по-моему, да, называется? А, ну, у них может быть надглазурная, подглазурная роспись, фарфор. У них.
Да, чайничек маленький. Шкатулки. Чайничек с граненым тулом, кольцом на невысокой кольцевой ножке. Что такое тулово? Бумага, шелк, акварель. Ну тут стекло бликует. Такой красивый. Да, элегантный. Даже жалко искать. Вот еще веер. Красота. Какой изумрудный красивый цвет. Сейчас покажу. Некоторые зрители просто требуют, чтобы я показывал данные. Удивительно, 18 век. Все войны пережила глаза. А, ну вот, натиски, да, наконец. Но, к сожалению, мое мнение, здесь слабовато освещение. Если честно. Ну, правильно, их отсюда смотреть. Снизу чуть-чуть. Сейчас. О, симпатичная. Маруки Тосико. Похоже на матрешки, кстати. Точно. Это Пелевин писал уже. Мардонги. Конец 19-го, начало 20-го века. Ой. Детские игрушки, надо же, красивые.
О, осьминог. Смотри, тут такой кот шикарный. Вот, вот котяра. Вот-вот я снимаю кота. Ну вот, уважаемые зрители, если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, будет много новых интересных видеообзоров.